Итак, здравствуйте еще раз. Я хочу вам предложить десерт. Вот, я долго думал, что вам предложить, но решил, заглянув в холодильник, что немножко проимпровизирую. Потому что у себя в холодильнике я нашел баночку кондирте киршен, которую нужно уже использовать. Также я нашел перетертую свежую малину. Нашел пару яблок, которые тоже либо выкинуть, либо нужно использовать, да? Вот. А также я в заморозке нашел два листа вот таких вот блеттертайк, да, слоеного теста. Единственное, что я экстра взял, это сахар и пару яиц, то есть от яиц желток, для того, чтобы смазать тесто сверху. Вот. Яблоко мы очистим, то, что не нужно, выбросим. Вот. Яблоко покрошим как можно мельче. Мы его оставим свежим, мы его не будем не варить сахара. Вот. И сделаем такую своеобразную начинку. Никогда не бойтесь импровизировать. Ложите, допустим, если вы делаете начинку, то, что вам нравится. Вы можете сделать эти так называемые пироги, либо большие, либо поменьше, еще поделить напополам. Так. Мы сделаем их смешанными. Начинки тоже не должно быть очень много, иначе она будет выливаться. Смажем яичным желтком. Немножко посыпем сверху сахаром, после чего поставим в духовку на 220 градусов приблизительно на 15-20 минут, этого будет достаточно. Вот, теперь наши пирожки готовы. Пожалуйста, приятного вам аппетита. Всего доброго.